Что с ним? Вот с кем я играю. Что он делает? Будет с ним среди меня? Не, не хочу пока. Братик, а что ты стоишь? Эмильчик, родной. Дикий танкист, 2007. Чё ты стоишь? Так точно? А ты меня... Смотри, если ты меня слышишь, просто еще раз нажми так точно. Договор... О, так точно. А ты меня знаешь? А то, может, никак нет? А я тебя знаю? Ты мне... Я тебя тоже не знаю, понял. То есть мы с тобой не знакомы. Окей. Ладно, это мы уяснили. А сколько тебе лет? Нажми вот столько раз так точно, сколько тебе лет. Понял. Ладно, а 2007 год — это год твоего рождения, да? То есть тебе 15. Все верно? Понял. У тебя чат забанил, да, как я понял, да? Все. Окей, смотри. Так, сейчас, погоди, да, я что-нибудь придумаю. Ты не едешь на Эмиля, потому что тебе скучно играть. Да или нет? Никак нет. Ты не ехал на Эмиля, потому что ты просто не хотел ехать на него. Так? Так точно. Смотри, тебе нравится эта игра? Так точно или никак нет? Никак нет, в смысле? Тебе не нравится эта игра? Почему? Смотри, окей. Вот ответ на вопрос, почему тебе не нравится эта игра. Если она тебе не нравится, потому что здесь слишком все рандомно и много снарядов в землю падает, то поставь так точно. Понял. А баланс тебя устраивает в игре? Никак нет, понял. А камуфляж тебя твой устраивает на Эмиле? Так точно. Приятно с вами иметь дело. Окей. Так точно? Ну, я так понял, со мной тоже приятно иметь дело, да? Судя по всему. Понял, спасибо, спасибо, брат. Твое так точно мне нравится. Три отметки сегодня возьмешь? Никак нет, почему? А сколько у тебя процентов? Если больше 88, поставь так точно. А меньше? 8... Давай, угадаю, 85. Прямо сейчас 85. О, видал? Да, жесткий, жесткий. Короче, если что, ты на стримчике, можешь залетать, просто скопировав мой ник в Ютубе. Вот, тебе удачи, всего, всего хорошего. Давай, пока. Классный челик. Мне нравится.